Вот это загрузочный экран, мама родная. Ну что, ребята, всем привет, с вами Никита, и сегодня мы еще раз, друзья, еще один замечательный видосик по копиям Радмира. Сегодня Prime Russia Roleplay, друзья. Сервер реально мне очень понравился с самого начала. Восхитительная загрузочка, друзья, классная музыка заиграла. То есть все реально очень здорово, друзья. Сразу говорю, бонус здесь 100 миллионов, я уже, если вам кого-то потратил. И, короче, друзья, собственно, решил сразу прийти и посмотреть. Собственно, начинаем с того, что покупку дома глянуть. Это очень важно, посмотреть покупку дома. Итак, подходим. Alt. Покупка дома, купить. Покупаем дом, друзья, вам нужно заплатить за дом в ближайшее время в отделении. Хорошо, я покупаю дом, пожалуйста, друзья. Только деньги почему-то не убавились, ну да ладно. Так, смотрите, сразу проверяем интерьер, друзья. Все, в принципе, идеально, все работает, все хорошо. Блять, скин охеренный, буду с ним, короче, гонять прямо еще кекс. Так, слэш exit, давайте сразу пропишем. И, друзья, выходим спокойненько, все. Загрузочка прошла, друзья, все замечательно. Это здорово, друзья, это очень важно, это очень хорошо, все замечательно. Так, сразу давайте пропишем откар, ID игрока. Так, 4, машина, давайте 411. Так, ребят, собственно, выдал себе машину, не знаю, какую тачку я выбрал, Toyota Supra. Загрузить. Оу, щит, what the fuck up? Не, ну, блядь, ну, супер, это прикольно. Собственно, ребят, сегодня много, так скажем, неплохих приколдесиков сегодня будет у нас с вами. Так, машину давайте закрываем. Так, вставляем ключи, проверим сразу, как вообще все работает. Так, фары что? Фары работают, все замечательно. Так, выезжаем, проверяем сразу заборчик, друзья. Заборчик, собственно, сразу работает, все замечательно. Это реально радует, друзья. Забор, все работает, все хорошо. Так, ну супер, что-то куда-то маленькое дрифтит у меня, по-моему. Блять, от первого лица просто вообще в фарш кататься. Блять. Так, сразу говорю, друзья, собственно, по вашей просьбе, собственно, посмотрим сейчас билборд. Давайте, кстати, глянем сразу билборд. Так, надо не забыть, что это мой домик. Подъезжаем, давайте где-нибудь сейчас ее запаркуем, где-нибудь, друзья. О! Вообще кекс. Все отлично, кар, так, и выгружаем, собственно, с сервера. Все, ребят, отлично, билбордс, отлично, друзья, все работает. Номер один, давайте арендуем, посмотрим. Видите свой текст, давайте пишем, друзья, без каких-либо проблем. Фон давайте выберем какой-нибудь покруче. Опачки. Так, закрываем. Длительность аренды, друзья, давайте выберем, давайте на 24 часа можно арендовать. А, до 10 часов, давайте на 10 часов арендуем, все. Подтвердите оплатить. Окей. Вы успешно арендовали билборд номер один. Блин, где он будет, только непонятно. Номер один. И как понять, где он? Понимаю. Так, ладно, ребят, все это, в принципе, ерунда. Дальше давайте что посмотрим, это очень важно. Так, слэш ТД... Блядь. Слэш ТДО. Этими можно пользоваться со второго уровня. А как повысить уровень? Собственно, ребят, короче, понаписала в чат всякой прикольной фигни и решил, короче, сейчас быстренько тпхнуться, собственно, в элитный автосалон. И, друзья, сразу быстренько глянуть одну замечательную вещь. Кстати, по поводу GPS, что здесь? GPS, телефон, друзья, ну это вот плохо на самом-то деле. Вот давайте посмотрим. Вот я чисто из интереса показываю, вот смотрите. Я убираю его, да? Вот, убираю. Опять включать GPS, и он, друзья, не работает. Пожалуйста, исправьте админу вот эту тему, сделайте лучше списком. То есть список будет куда на самом деле прикольнее и лучше. Че, я вам серьезно говорю, лучше будет в гораздо раз больше. Так, решил, собственно, проверить сейчас, ребята, стейджи на сервере, потому что это немаловажная деталь вообще для, собственно, для проекта, друзья, тем более для копии Радмира. Давайте посмотрим, сейчас в самый низ пролистаем и посмотрим, друзья, какую-нибудь машину, которую мы сейчас сами не покупали. Так, Шерп не хочу, Lamborghini Aventador, Z8, BMW M6 есть, кстати, прикольная. Вот такой хочу купить, давайте такой купим, короче, друзья, в красном цвете, могу приобрести сразу его. Вот это будет большой плюс, если можно будет приобрести сразу в красном цвете. Я говорю сразу, потому что, друзья, многие это... делают сразу, вот, пожалуйста, друзья, тоже недоработка на сервере, в черном цвете появилась машина. Но выглядит она очень классно, S500, друзья, прикольно выглядит. Сейчас мы быстренько садимся, друзья, в него. Так, камера, кстати, да, не соврали, камера, друзья, здесь маленечко, собственно, сделана неплохо. Все работает, это немаловажная деталь, друзья, все адекватно работает. 18 миллионов у меня осталось, у меня списали деньги, собственно, друзья, за квартиру. Главное, что есть своя картиночка в правом верхнем углу, друзья, логотипчик Prime Russia, это очень важно, потому что, когда у тебя написано Радмир в правом углу, друзья, ну это совсем никуда не годится, честно говоря, это полная ерунда. Так, тормозит без с ABS, это важно, тоже прикольно. Так, давайте проверим, ребят, заезжаем, так, посигналим, давайте AirBoost сразу вылазит, пожалуйста, давайте, начинаем, уровень 3, прожимаем, чтобы не запутались, ребят, нажимаем начать прошивку и все по порядку, ребят, устанавливаем Enter. Установлен, так, Enter,
комплект Stage 2, вот, турбина, например, да. Дальше, комплект Stage 3, друзья, здесь вот это устанавливаем. И, так, в принципе, друзья, все установлено. Так, давайте проверим сразу, друзья, как он будет ехать. Так, сразу говорю, смотрите, чтобы вы потом не спрашивали, как это сделать. Вот вы перепарковываете, да, слэш cars, потом вы его выгружаете. И опять, ребята, загружайте на сервер, пожалуйста. И стейдж будет работать. Вот, я уже полетел. Уже, ребят, по-другому, давайте проверим. Все, уже стейдж работает, третий, друзья. Уже 200 лечу, короче, это очень важно. Ну, тормоза, конечно, маленько лютые, блядь. Ну, неплохо, ребят, ну, неплохо, правда. 300 есть, друзья. Бам, стал, блядь, столба. Второго столба не поймал, что? Да, ребят, ну, тормоза на стейдже отлично. Также проверим сейчас, как они снимаются, потому что это тоже очень важно. Все здорово, друзья, меня все устраивает абсолютно в какой-то веке. Нормально сделали адекватную, красивую штукатень. Так, где здесь у нас находится деталинг-центр, этот я забыл. Так, и давайте попробуем снять, собственно, стейдж. Мало ли, потому что, может, а вдруг он не снимется. А вдруг вот он не снимется, ребят, и что делать? Да ничего, смириться, но. Снимаем, плюс 6300, деньги вернули за него. Так, надо выехать. Машину давайте, слэш парк, кар. Машину, друзья, мы выгружаем с сервера. И машину опять загружаем. Пожалуйста. Сейчас проверим, если стейдж реально снялся, все замечательно, будет просто, друзья, шик. Все, ребят, пожалуйста, стейдж не работает, все классно, машина адекватно себя ведет, это очень замечательно. По крайней мере, друзья, все хорошо. Все, ребят, отлично, я нашел все-таки свой дом. Так, давайте тогда GET4. Свой мерседесик, друзья, сюда я, собственно, возьму. Блин, ну то, что, друзья, стейджи, это важно. Нет, ну это пиздос просто. Это только Никита мог так сделать, на самом деле. Ну это капец. Так, а панель давайте починим. Да, друзья, ну все, все работает, все замечательно, это важно, ребят. Это очень важно, все красиво, все хорошо. Так, ребят, в принципе, все нормально. Давайте сразу сейчас, короче, отправимся с вами быстренько. Матафака, прям быстренько отправимся с вами на контейнеры. Пинбол, кстати, ребят, пинбол тоже сделали на данном проекте. Сказали, что проверить, все ли нормально. Давайте зайдем, вот для возможности нажмите Alt. Пинбол. Командная игра с применением пневматического оружия, стреляющего шариками с краской. Выберите подходящую игру и создайте. Создать игру. Денежная ставка. Давайте сделаем 5 лямов. Оружие. Вы успешно подключитесь к данной локации, чтобы выйти с локации, введите ПБ. А, это должен кто-то зайти, друзья, я понял. Ну ладно, в принципе, пинбол рабочий. Я уже увидел пинбол, друзья, рабочий. Все замечательно, деньги мне вернули. Так, ладно, давайте сразу сгоняем сейчас быстренько на контейнеры. Глянем, что по контейнерам. Главное, так можно фермер, пинбол, административная зона, низкий автосалон, элитный автосалон, контейнеры. Так, ну цены везде, друзья, одинаковые на контейнеры. Это, конечно, странно маленько. Так, кто там что разговаривает, кто такой? Ты кто? Купи у меня контейнеры, левый альт. Привет, я управляющий портом Иван. Для тебя, Ваня, могу тебе разгрузить контейнер за 15 лямов. Ну что, сыночек, выкупить. О, выкупил? Как понять, выкупил? И что мне это дает? Я, короче, блядь, вместо 13 лямов поставил 130 лямов. Вообще нормально, нет, так делать? Красиво, нет? По-моему, сексуально получилось. Вообще кекс. По-моему, вообще секс. Сейчас проверим, ребят, собственно, работает контейнер или нет. Потому что, блин, ну, есть сервера, на которых контейнеры просто не работают. Там где-то какие-то баги, но здесь ты можешь сам спокойно себе выбрать контейнеры Mercedes. Так, ребят, по поводу игроков. Здесь есть игроки, Frame Rush, бонус 100 миллионов. Игроки есть, друзья, к вечеру маленько побольше. Но, собственно, все равно, друзья, заходите. Все дома практически свободные, бизнесы свободные есть. Заходим, здесь что у нас? Ух ты, М8, ну ты я себе оставлю. Я, конечно, не, в небольшом минусе, друзья, но М8, F92 неплохая таченция. Ну, то есть, ребят, проект полностью рабочий. Можете не переживать за, собственно, за работоспособность. Проект рабочий, проект вообще шикардосно смотрится, друзья. Прям реально все очень красиво смотрится, все зашибись прям. То есть я ручаюсь, пацаны делают красиво, пацаны молодцы. Так, все хорошо. Блин, ну смотрится просто жесть, просто красота. Ну и, ребята, хотел бы напомнить, что, собственно, на данном проекте я попрошу администратора, точнее создателя, он сделает... Если вы вводите мой никнейм, получите сверху лямов, ну, 50, может быть, друзья. Вот этот ник вы видите на экране, его вводим. Получите 50 лямов от 40 до 50 миллионов, друзья. И также хотел напомнить, что на данном сервере очень классно все сделано, вплоть до того, что в казино есть игровые автоматы, друзья. Точная копия радмировских, абсолютно один в один работают так же. И еще, ребят, есть добавили функцию каршеринга через телефон, прямо как на Радмире. То есть вы заходите
телефона, оформляйте машину каршеринговую, друзья, и садитесь на ней, катайтесь. Это реально очень здорово. Собственно, друзья, все ссылочки находятся в описании. Заходим, играем, Frame Rush. С вами был Naked. Я буду частенько тут зависать. Спасибо всем за просмотр. Вводим ник, играем и веселимся. Всем удачи. Все ссылочки находятся в описании. И всем пока.